21 августа геометрия на открытии официального дилерского центра Jaguar Land Rover. Как вас встречает новый дилер, как вам вообще сегодня, нравится, не нравится, какие ощущения вы испытываете? Ну, мы рады за нового дилера, обстановка отличная, контингент людей приятный. Я думаю, что все замечательно. Очень позитивная обстановка, ребята удивили, гости, которые сегодня играют. То есть, достаточно на уровне такие песенки, и Джеймс Бонд играет. То есть это вот тема Range Rover, то есть это Джеймс Бонд. Это вот эти координаты Skyfall, все саундтреки. Отлично. Открытие замечательное. Владею Range Rover уже 6 лет и всегда ждал, когда откроют в Оренбурге Range Rover. Теперь у меня душа спокойна, что я знаю, где могу ремонтировать свой автомобиль. У меня уже он 4-й. Только не с улицы Рыбаковской. Думаю, справится. У нас хорошие дороги. Я думаю, Jaguar справится со всем. Это же Jaguar. Ну а я, как планета, оцениваю машину по двум критериям. Нравится. С вами была Даша Лапшина, Андрей Корчагин, специально для Геометрии ТВ.